свежий чай из травы, которую трава. Сушим и вместе с заваркой завариваем. Тамара Алексеевна Контуева – хозяйка хлебосольная. Отведать ее пироги и блины вот уже 10 лет приезжают гости с разных уголков Томской области. Самые частые из них, говорит женщина, мастера по дереву, участники праздника топора. Это просто, знаете, какой-то подъем. Вот другие говорят, да что ты, зачем тебе гости и все такое. А я говорю, мне наоборот интересно. И показать, и рассказать. Сегодня в доме у сельской жительницы собрались представители десятков туристических фирм Томска. Дом Контуевой – лишь один из объектов, которые посетили работники туристической сферы. Пока мы стараемся показать нашим туроператорам те объекты, которые у нас есть. Они все, конечно, разного уровня готовности. Наши туроператоры высказывают нашим хозяевам, нашим руководителям объектов о том, в каком направлении двигаться, что улучшить, для того, чтобы туристам больше понравилось, и они с готовностью поехали бы в такие туры. Менеджеры компании признаются, спрос на турпоездки в село сегодня высокий, да и сменить городскую суету на деревенскую глушь, погрузившись в сельский быт, стоит не так уж дорого. Все индивидуально, рассчитывается согласно запросам группы. То есть и объекты посещения предоставляют разные услуги. Кто-то обычную экскурсию хочет, кто-то хочет экскурсию, мастер-класс, чаепитие и при этом еще какое-то увеселительное мероприятие. Настоящими музейными экспонатами гости называют эти садовые фигуры. Валентина Куклина делает их сама. Пенсионерка признается, иметь образцовый сад, большой огород, содержать 3 коровы – занятие хлопотное, но приятное. Полюбоваться на усадьбу приезжают даже иностранцы. Даже приезжали из Германии. И сказали, что у нас точно так же, как у них. Фермерское направление не менее привлекательно для туристов. В хозяйстве Кошелева в основном крупнорогатый скот, который в год приносит не менее 50 тонн молока. Вот это сыр Сулугуни, это сыр топленый, домашний по-другому называем, это сливочное масло. Начинали с голого поля, а сейчас построились. Есть помещение для переработки, есть помещение для жилья. Все, в принципе, нормально, все потихоньку. Сегодня маршруты в сельскую местность томские туроператоры осваивают активно. Поездки любителям путешествий планируют предлагать в виде туров выходного дня. Обойдется такая путевка от 500 рублей на человека. Когда здесь был совхоз?